Друзья, рыболовный клуб «Зеленый берег». Вот такой вот у нас уловчик. 14 хвостиков у Александра. Саш, ну, расскажи, как ты добился такого успеха? Приехал вчера вечером на суточки. С вечера поймал одну, где-то полпятого. Ну, как только приехал, да? Да, на бомбарду. И все, до утра поклевочек не было. Утром где-то 7:30 была опять поклевка на бомбарду до запуска на доширак. Ну а потом запустили в течение получаса, наверное, да, набил я десяток уже было у меня. Ну ты там штук 6-7 вот так ты взял. Ну как бы до десятка догнали. Ну да. Ну и в течение вот полудня еще добрал еще 4 штучки. В основном работала паста сырная, ну и где-то из них 4 штуки бомбарда работала. Глубина какая сегодня? Глубина, паста работала и верхний крючок, и нижний крючок, там, ну, метр, грубо говоря, где-то со дна, где-то метр, понятно. Бомбарда где-то 1.20–1.30 от верха. Дело в того. Вот так вот, друзья, приезжайте, здесь ловят. До новых встреч, всем пока-пока.